Сегодня в Москве по подозрению в совершении серии убийств арестовали человека, выдававшего себя за потомственного мага и целителя. Через знакомых к ним обращались девушки из модельных агентств. Георгий Мартиросян обещал зарядить деньги положительной энергией или найти мужа-олигарха. А потом подсыпал в напитки сильнодействующие препараты и делал смертельный укол героина, чтобы инсценировать передозировку. Оперативники считают, что таким образом были убиты не менее 4 женщин. У каждой так называемый целитель похитил от 1,5 до 3 миллионов рублей.